Мы находимся на территории храма святого Елисея в квартале Чотари в поселке Нидж. Храм построен в 3 веке, в 3-4 веке, но в 17 веке храм был реконструирован и приобрел современный вид. Интересная история этого дерева. Местные, по местным поверьям, в это дерево ударила молния. Дерево достаточно старое, древнее. Когда его сажали, никто не помнит. Скорее всего, оно было посажено даже во время, построения церкви в 3 веке. Внутри дерево полое. Если вы обратите внимание, тут огромное дупло, где можно укрыться от снега, от зноя, не знаю, там от дождя. В поселке проживает около 5000 удин азербайджанцев, которые исповедуют христианство, которое местные жители приняли еще в конце 3 века нашей эры как основополагающую религию.